Майские праздники для многих горожан – повод выбраться на природу на шашлыки. Этот год, вероятно, не станет исключением, но есть одно «но». До 15 мая на территории Ивановской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на торфянниках и прилегающих к ним территориях. Штрафы за нарушения серьезные. Гражданам от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 15 до 30, юрлицам от 200 до 400. Означает ли это, что на пикник в майские нельзя? Инспекторы пожарной охраны отвечают: можно, но при строгом соблюдении правил. Допускается приготовление пищи на мангалах и жаровнях при условии отсутствия длительного пламенного горения, то есть необходимо использовать уголь для мангалов и разжигать их с помощью средств для розжига. Рядом с мангалом необходимо разместить первичные средства пожаротушения, такие как огнетушитель или бочку с водой. Мангал необходимо разместить как можно дальше от зданий и сооружений. Безопасным расстоянием считается 50 метров от зданий и сооружений.